Друзья, всем привет, это Добрый Свет, короткое видео для тех, кто озабочен питанием на отдыхе. В данном случае на пляже Молодежный, в Ейске, на Косе. Ну и, естественно, для тех, кто любит фотографироваться с тарелками, с едой и никак не отделяет свой отдых и комфорт от чрезмерного питания. Вот сейчас мы откроется столовая Елена, здесь она на пляже, и пойдем позавтракаем. Вот он, сейчас я покажу. Сзади меня Елена, столовая. Обычная столовая Елена. Проходим. Здрасте. Здравствуйте. Друзья, самое главное при питании — это орудие питания. Сок яблочный. Так, окрошка. О, сырнички. Блины с творогом, с ветчиной и сыром. Возьмем сырнички два. Соус сливочный, сметана. Сырнички возьмем, сметанки. Оливье положите, пожалуйста. Что-то упало. Гости, наверное, будут, да? Вообще, я думаю, они часто. Пожалуйста, хватит сколько, да? Хватит, да? Капустный салат часть. Так. А это с грибами, да? Там идут грибы. Лавью салат. Грибы, буженина, курица, свежий огурец. Вот, почитайте. А, мне тогда вот этого. Блины, буженина, курица. Хватит сколько? Достаточно? Не, ну... Вы дочке наложили даже больше, как несправедливо. Да? Да. Вам со сметаной, со сгущенкой, сырники. А вон сметанку я сделал, да. Омлетик, кашки, яичненько. А каша какая здесь? Каша манная, каша овсяная. Ага. А вот это вот омлет, что там внутри? Это рулет вам детям. Как по принципу безумно. Зовем фарш, говядина, свежая зелень, помидор, сыр. Ну, я тогда лучше. Пожалуйста. Сосиску и макарошки. А сосиски и макарошки — это к вам? Да, сейчас. Наггетсы и макароны. Может, картошечку? Ладно, давай, наггетсы и картошечку. Так, какие вам? Сосиску и обычные макароны. А тебе, дочь? А сыром тертым не присыпаете? У нас нет, да, допустим. Наггетсы, картошечку фри еще. Хорошо. Да. Все, поехали. Здрасте еще раз. А салат взвешивать, да? Это пирожок с чем? Тоже картошка. Спасибо, и вам удачного дня, и главное, хорошего настроения. Вот, друзья, набрали на 1100 рублей 70. Будем пообщаться.